Что позволило советским ученым приступить к разрешению этой проблемы? Наукой давно установлено, что органы и ткани животных, изолированные от целого организма, можно поддерживать в живом состоянии. Для этого должны быть созданы особые искусственные условия. Изолированные органы можно оживить даже в том случае, если взять их из трупа животного через некоторое время после смерти. Вот сердце, взятое из трупа собаки. Оно может сокращаться в искусственных условиях так же, как и в живом организме. Для этого через сосуды сердца пропускают кровь. Изолированное сердце бьется так же, как несколько часов назад оно билось в организме живой собаки. Это опыт с легкими, тоже взятыми из трупа животного. Меха, раздувая легкие, наполняют их воздухом. Из резервуара насос нагнетает в легкие венозную кровь. По этой трубке поступает темная венозная кровь. В легких она обогащается кислородом из воздуха и становится артериальной. По этой трубке посветлевшая артериальная кровь возвращается в резервуар. Изолированные легкие дышат, осуществляя такой же газообмен, как и в организме животного. Голова животного тоже может жить в изолированном состоянии. Вот схема опыта. Из резервуара артериальный насос нагнетает в голову артериальную кровь, а венозный откачивает венозную кровь. В резервуаре, куда беспрерывно поступает кислород, кровь артеризируется. Искусственное кровообращение обеспечивает необходимый для жизни головы обмен веществ.
Изолированная голова живет часами и реагирует на внешние раздражения. Изолированная голова реагирует даже на свет. И на звук. Оживление отдельных органов позволило перейти к опытам по оживлению целого организма. Оживление целого организма может быть осуществлено с помощью специального аппарата автожектора. Этот аппарат сконструирован доктором Брюханенко. Автожектор по своей работе напоминает сердце. Как известно, сердце ритмичными сокращениями нагнетает по всему телу артериальную, богатую кислородом кровь. Отдав кислород, кровь по венам возвращается в сердце. Отсюда она нагнетается в легкие, обогащается кислородом и вновь возвращается в сердце, чтобы опять разойтись по кровеносным сосудам организма. Автожектор работает по такому же принципу. Аппарат представляет собой систему насосов для нагнетания и отсасывания крови. Артериальный насос нагнетает в организм артериальную кровь. Когда кровь отдаст кислород, венозный насос отсасывает ее в резервуар. Здесь она так же, как в легких, обогащается кислородом и снова поступает в организм. Кровь, нагнетаемая в артериальные сосуды тела, обеспечивает необходимый обмен веществ. Таким образом, автожектор может выполнять работу сердца и легких. Сейчас начнется опыт оживления. Опыт проводится на собаке. В кровь животного введено вещество, предохраняющее кровь от свертывания. Собака находится под наркозом. Она не испытывает болевых ощущений. Никаких нарушений жизни животного еще нет. Собака реагирует на прикосновение. У нее нормальный зрачок. Специальный прибор кимограф регистрирует дыхание собаки и работу сердца.
Сейчас вы услышите тоны бьющегося сердца собаки. Дыхание и работа сердца у животного нормальные. Опыт начинается. У животного через шейный сосуд выпускают всю кровь. Сердце остановилось. Это один из последних вздохов. Этот вздох уже последний. Смерть наступила. Если не вмешаться, смерть будет окончательной, так как постепенно начнется разрушение клеток организма. Перед тем, как приступить к оживлению, присоединяют автожектор. Артериальный насос присоединяют к артерии. Венозный насос к вене. Со времени смерти животного прошло уже 10 минут. С помощью автожектора выпущенная у собаки кровь нагнетается обратно в кровеносные сосуды. Заменяя неработающие сердце и легкие, автожектор создает правильную циркуляцию крови в организме. Искусственное кровообращение постепенно вызывает работу сердца животного. А работа сердца приближается к норме. Дыхания еще нет. Первый вздох.
Постепенно дыхание восстанавливается, собака дышит чаще и ровнее. Состояние животного приблизилось к нормальному. Можно отъединить автожектор и предоставить организм собаки собственным силам. Вскоре собака освобождается от действия наркоза. Собака еще слаба и не может ходить. На 12-й день собака уже возвращается к своему нормальному состоянию. Собаки живут после опыта годами, растут, прибавляют в весе, имеют потомство. В Воронежском медицинском институте в течение нескольких лет находятся под специальным наблюдением три собаки, оживленные по методу искусственного кровообращения. Собака «Зайчик» оживлена в 1939 году после 8-минутной смерти. «Черноушка» происходит от оживленных родителей. Сама оживлена в 1939 году после 11,5 минут смерти. Найда оживлена в 1938 году после 15 минут смерти. Специальные наблюдения над оживленными собаками подтвердили, что в их организме нет никаких болезненных изменений. Проблема оживления животных — одна из интереснейших проблем современной физиологии. Опыты по оживлению организма – ценный вклад в экспериментальную медицину.